Всем здорово, с вами снова Кот. В этом видео мы будем проходить миссию от подписчика, которая называется «Восхождение дракона». В начале миссии идет вступительный ролик. Я так понимаю, это ремейк из какой-то игры. Вступительный ролик, конечно же, кажется фантастикой в нынешних реалиях. Итак, начинаем. Есть у нас первое задание. Клинок, говорит Клинок 2. Мы на земле. Направляемся к зоне посадки. Как слышите, прием. Клинок 2, говорит Клинок. Вас понял. Корабли приближаются и вскоре окажутся в радиусе действия вражеских радиолокаторов. Ваша задача — как можно скорее уничтожить радиолокатор. Флот приближается и скоро окажется в радиусе действия установок «Москит». Тактика уклонения неприемлема. Высадка десанта на Скире запланирована на завтра, и отменить ее невозможно. Как слышите, прием. Клинок, говорит Клинок 2. Вас понял, выдвигаемся. Конец связи. Внимание, бойцы! Наша цель — вражеские радиолокаторы. Мы должны разыскать и нейтрализовать их, прежде чем на их экранах покажутся наши корабли. Всем быть начеку, держаться вместе и следить за своим сектором. Выдвигаемся. Чуть не забыл. Здесь есть снаряжение. Выбор, конечно, небольшой, но хоть что-то. Ладно, выдвигаемся к первому заданию. Отлично, боты сработали. Пока чисто. В здании тоже чисто. Лучше всегда все проверять, мало ли что. Клинок, говорит Клинок 2. Мы видим радиолокаторы. Конец связи. Минус противник. Еще один минус.
А вот и наша первая цель. Боты еще кого-то обнаружили. Но я там пока вроде никого не вижу. Идем устанавливать взрывчатку. Отходим. Теперь можно. Клинок. Говорит Клинок 2. Цель уничтожена. Как слышите, прием. Клинок 2, говорит Клинок. Невероятно. Удерживайте позицию и ведите наблюдение за деревней. И вот теперь было бы неплохо выполнить остальные задания, но они, к сожалению, сделаны дополнительными. А игра сейчас нам предложит штурмовать деревню, а потом выдвигаться к зоне посадки. Клинок 2, говорит Клинок. Окажите поддержку при захвате деревни, после чего отправляйтесь к зоне посадки на севере. Вас будет ждать Трезубец, прием. То есть вот задания дополнительные, их надо было делать обязательными. Вот и приходится идти штурмовать деревню. Говорит Клинок 2. Вас понял, ждите. Конец связи. Man, 200 meters front. Rifleman, 200 meters front. Где-то рядом противники. Да вот они. Но я по оружию. Здесь более реалистично выглядело бы М16 или М4. Клинок 2, говорит Клинок. Клинок 1 и Клинок 3 приземлились. Продолжайте выполнять задание и продвигайтесь к первой цели. Конец связи. Ну где там они? Не самый лучший прицел для таких дистанций. Ну ладно, это еще ничего. Надо занять более выгодную позицию. Минус один. Минус. А это куда там залег? Он там еще живой, что ли? Живущий. Минус. Я так и думал, что он там остался. Можно воспользоваться артиллерией. Ну да. Подойду поближе к деревне. Противник. Кто-то из ботов под артиллерию полез. Зачем-то. Два противника.
Минус один. Надо подойти поближе. Еще один противник. Кажется, минус. Хотя, может, еще и живой. Можно идти дальше. Минус. Где-то рядом. В здании, что ли? Непонятно где, но точно что рядом. Это не он. Понятно. Повезло мне. Если там кто-то был, ему очень больно. Еще один. Где-то вдалеке. Вроде бы там чисто. Вот он. Минус. Задание с деревней выполнено. Деревня зачищена. Теперь нам надо выдвигаться в зону посадки. Почти на месте. Вражеский патруль. Минус. Любят они в текстурах лежать. Попробуй попади в него. Даже бот в него попасть не может. Никак что. Надо сменить позицию. Я думаю, это еще не все. Трое. Где-то там. Опять надо сменить позицию.
Отличный выстрел. Где снайпер? Похоже, все. Нету больше снайпера. Клинок. Говорит Клинок 2. На зоне посадки все чисто. Трезубцу можно приземляться. Прием. Ждем вертолет. Клинок 2, говорит Клинок. Внимание! Трезубец направляется к зоне посадки. Конец связи. Итак, вертолет прилетел. Подсказка. Но мне садить вертолет почти некого, тут только один остался. Садимся в вертолет. Говорит Клинок 2. Возвращаемся на базу. Конец связи. Клинок 2, говорит Клинок. Капоне передает поздравления с отлично выполненным заданием. Мы планируем начать штурм Скиры завтра на рассвете. А пока постарайтесь отдохнуть. Поверьте, силы вам понадобятся. Конец связи. В общем, как-то так. Ну что могу сказать? Молодец, проделано много работы. Но вот задания эти дополнительные, они должны быть основными, то есть выполняться в какой-то последовательности. Ну и оружие. Ну это лично мое мнение, я бы там М4 или М16 с прицелом РЦО дал. И этого было бы достаточно. В общем, как-то так. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кот. Поставь лайк, не забудь подписаться на канал. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем пока!